В начале занятия ребята получили подарок – футболку с логотипом проекта. Сотрудники Центра культуры подготовили для детей увлекательные задания. Школьники собирали пазлы, играли в крокодила. Суть игры заключалась в следующем. Один из игроков должен пантомимой показать загаданное слово, а остальные участники должны его угадать. Эта игра способствует развитию мышления и учит детей строить логические цепочки. Все участники остались довольны. Я испытала массу эмоций, мне все очень понравилось. Подружились и стали командой, одна единая. Это вот наши подарки, классные. По словам методиста Центра культуры и досуга Оксаны Шейфель, такие мероприятия необходимо проводить для объединения детей. Эти мероприятия, они настолько объединяют, вот действительно в единое целое, в одну большую команду. И чем больше нас будет в нашей команде, тем единей, тем сильнее мы будем. То есть я думаю, что это настолько необходимо, что мы должны объединяться в любом случае. Мы должны проводить такие проекты, такие мероприятия, чтобы о них знали и о них, конечно же, говорили другим школьникам, своим друзьям, в семье, допустим. Завершилось мероприятие задорным и веселым танцем. Алина Сазонтова, Юлия Соболева, Александр Ерофеев, Десна ТВ.